в отель идем. Мы отправляемся в огромный отель, космический, роботский, чтобы там отдохнуть. Потому что школа закончилась. We are going to very, very big space auto to relax here, which robots. Ты где я, блин, по лестнице 100 лет забираюсь? Ты уже залез? Да, я залез, мы тебя ждем. Зови, это робот, it's my items. Робот. Так, я сдаю ему свои вещи же, чтобы вот эта роболеталка отнесла их в мой кабинет. Как же хорошо мы отзываемся о роботах, роболеталка. We are going to storage our items here, toward this robot flyer is going to storage them. Роботы-леталки, робот-обслуживатель, робот-пылесос, еще одна робот-леталка и много вещей. О, давайте я буду на этом диване сидеть и комфортиться. He's going to sit on his his couch and relax here. Very nice. Hey, robots, привет, роботы. Hello, robots. Давай, короче, надо их заскамить на 2 билета. Let's scam him for 2 billets. Скамим, как мамонтов, ты же умеешь. Мамонты. Все, мы вот я купил. Вам фальшивое, фальшивое золото. Все, пошли. Ок, let's go in the hotel. Обалдеть! Вау! It's very beautiful. Это очень красиво. Градиент плюс это. It's very, very, очень. Очень красиво. Все, робот-пылесос. Мы сейчас или будем я... нелегально пробираться в отель. Окей, let's go in the. In the hotel. Ой. Воришки. Мы воришки. We are home grab. Смотри, тут какая картина. It's a very beautiful painting. О, really. Очень красивая картина супергероя. Here is копилка. Каждая комната по-своему интересна. Every room is different. Тут золотой унитаз. Here is gold. А, no. Gold toilet. Наполовину золотой. Голд унитаз, или как? Голд унитаз. Элит делюкс идиш. It's a room. О, go. I need to sleep. Я устал. Где? I need to sleep. Дэш, I need to sleep, я устал. I'm tired and gonna sleep. А, гениально. О, смотри на эту картину. Вау. Какой градиент. Градиент. Посмотри. Вау, какое дерево, смотри. Полденно просто. Смотри, тут каждый так и просится на свое место. Смотри, тут какие десерты. Иди сюда, нам нужно покупать. We need to eat. Так, давай, это мне, а тебе свечки. А мне вот это вот. Блин, ну что там столько вкусняшек? О, я сейчас буду кушать. Смотри, тут баночки какие-то. Баночки. Как по-английскому будут баночки? Battles. Вот, смотри, тут... Этот, кирпичная колбаса. Эрза. Брик колбаса. Брик колбаса. Нереально, как учим английский. Учим английский слухом. Туториал номер один. Это брик колбаса. Как будет колбаса по-английски? Сейчас вспомню. А брит мити. А, это брит. Брик мит. Брик мит. Кирпичное мясо. Кирпичное мясо. Кирпичное мясо билайк. Пум-пум-пум. Приправы. Как будут приправы по-английски? Вкусные. Spaces. Правос. О, тухлый томат. Тухлый томатес. Смотри, тут тухлый томатес. Смотри, тут перчик чили. Перчик чили. Как будет? Ладно, загнивший томат. Чили пеппер. Нет, вот этот как будет? Даже в мусорке красиво. Блин, уже в мусорке жить можно. Красивее, чем мой дом, могу сказать. У меня тоже. Одна мусорка красивее, чем мой дом. Одна мусорка красивее. Он мусорка. Bad food with my house. One trash bag is better than my house. Так, что у нас тут еще есть в номере? Какие-то полочки. Ну, а в них ничего нету. Он тебя зовет в другую комнату. А. Go in the other rooms. Конечно, будем пользоваться вот этим крутым лайфхаком. Выпрыгиванием из стены. Мы воришки, воришки. Home grab. Come on. Room... Oh. Мы идем в какую-то секретную комнату. We go in the secret room. Вообще, очень красиво тут, видели. Так, окей, go. Бесконечная комната, бесконечная, смотри. Стой, погоди, бесконечность? Бесконечность комнаты. Ладно, а пойдем в нулевую. Бесконечность. Ок. Go in the very cool room.
Смотри, тут, тут уже другой супергерой. Круто, через окно пробираемся. О, it's the pirate. Пират. Это пиратская комната. It's pirate's room. Так, наверное, тут и еда пиратская. Нет, та же шаурма. Него... И мусорка. А почему у него... Тут тот же мусор, прикинь. This is a мусорка. Смотри, там, там... Тут каждая картина из... Тут вот эта вот картина с деревом, тут типа клад. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть picture клац, брик колбаса. А три, три же. Мусорка. И... А спагетти? Спагетти, да, тоже есть. Пиратские символы. Это я уже не знаю. Pirates, Gerardy. Here is a three with a treasure. Что у нас тут в комнате? Так, окей. Тут алмазный туалет. Diamond туалет. Here is a песок. Ну, это точно такая же комната, как была до этого, но только в пиратском стиле. Понял, как же это снаружи красиво. Он говорит то, что у него еще много построек. А, ну мы можем потом продолжить. Завтра, например. Да, я предлагаю первую часть. Я предлагаю закончить этот отель. Надо посмотреть все комнаты. Да мы в отеле еще не понадыхались, давайте отдыхать. Эмма, как выйти теперь из этой гениальной комнаты? Он сейчас показывает его любимую комнату. My favorite room. Да у всех комнаты крутые. Везде мусорки есть. Ай, влазь. Тут в одну стенку. Блин? Так можно было просто через стену пройти, ну ладно. Окей, go смотри, in the your favorite room. Lot of the doors. It's... Тут двери работают, он пишет. А, мы тут уже... Стоп, мы тут не были. Вы куда? Я тут хочу быть... 666. Там смотри, так красиво. Тут сатанистская комната. Room 666. Окей, заходим. Закрыто. Слушай, а тут еще много этажей, кстати, есть. Да, я бы хотел бы все посмотреть, но думаю, нам не хватит даже целой вечности. Но мы можем продолжить потом. Сейчас лечь спать и отдохнувшись, продолжить путешествие по этому отелю. Hell, ад. Ясно. Хорошая кровать, на ней точно надо... Красный унитаз, он того стоит. Где? Крутая хорошая кровать, горит. Вообще, круто, жить можно. Красная туалетная бумага, красный унитаз, красный... Красное дерево. It's a earless. Глаза следят за нами. Чё нам от нас надо? Глаза... У стен есть уши. Фу, что за мусорная еда, да, её вытащили из помойки. The walls... The walls звачно. Мы вернёмся в следующей части, а пока пойдёмте ляжем спать. Ой, меня закрыли в комнате, круто. We are coming back in other part, and now we're gonna sleep in other room. Кажись, нам не зайти ни в одну из комнат, поэтому я буду спать на диване. Всем пока, goodbye everyone. А я буду спать тут.